Сосредоточенные лица сотрудников на пульте управления говорят сами за себя. Задача явно не рядовая. Впрочем, и сюрпризом ее тоже не назовешь. Подготовка к опытно-промышленной выработке началась несколько месяцев назад. Была составлена программа, в которой описывались условия проведения варки, ее риски и мероприятия по их исключению. После консультации со специалистами компании International Paper определили фракцию березовой щепы в массе от 80 до 100%. Начать решили с 80% массы. В таком виде целлюлоза будет поступать на пресс-пад в течение 3 дней, а с 21 июня задача усложнится. Целлюлозу начнут производить исключительно из березового сырья. Тем не менее, уже сегодня можно констатировать факт – варка состоялась. Большое спасибо варщикам, что они смогли все-таки сварить эту варку 80 на 20 без тех проблем, которые мы для себя прогнозировали, что они могли быть. Но все получилось, с моей точки зрения, очень хорошо. Отбельщики мы тоже постарались, смогли, скажем так, отбелить целлюлозу с новыми для них характеристиками. Работники ГТПЦ, со своей стороны, тоже отличились, они стараются выдерживать те параметры, то соотношение березы, осина в смеси, которое необходимо нам для варки. Неподготовленному человеку заметить разницу между березовой целлюлозой и обычной, где береза и осина делятся примерно в равной пропорции, практически невозможно. Как выяснилось, различия кроются в технологических параметрах, таких как сорность и белизна, ну и в процессе самого варочного цикла, разумеется. Несмотря на то, что сотрудникам производства предстоит провести множество различных анализов полученной массы, рассчитать ее себестоимость, представить свои предложения по корректировке технологии, уже сейчас можно подвести промежуточные итоги эксперимента. Пока мы не заметили, чтобы там сильная большая сорность была, то есть сорность у нас в пределах нормы держится. А там по несколько соринок там, ну, это, смолы мы не видим. А вот то, что белизна, уже, потому что больше химикатов, масса сама по себе изменилась, более жесткая, и количество химикатов мы увеличиваем. По всем ступеням все везде увеличено. Всего за 4 дня с 18 по 22 июня будет сварено около 5000 тонн целлюлозы. Часть упакуют в кипы и передадут потребителям, остальное будет подано в бумажный цех ПСБЦ и ПБ для производства бумаги.